Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Коломиец. Здравствуйте. В Международный день волонтера Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России-2018». Церемония состоялась в рамках Международного форума добровольцев, итогового мероприятия «Года добровольца и волонтера в России». Глава государства тепло поздравил собравшихся с праздником «Днем добровольца». Владимир Путин отметил, что в волонтерском движении, как ни в каком другом, больше всего сконцентрированы такие замечательные качества, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность. Потому что, действуя таким образом, как вы, помогая людям в больницах, в хосписах, помогая инвалидам, заботясь о сохранении наших лесов, нашей фауны, природы в целом, помогая государству открывать нашу страну для наших гостей из многих стран мира при крупных спортивных либо политических мероприятиях, вы совершаете очень важную вещь не только для себя, не только для тех, кому вы непосредственно помогаете. Вы это делаете для всего общества, потому что, когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство надёги за то, что у нас происходит, надежности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, оно делает всех нас более сбалансированным и устойчивым к внутренним и к внешним шокам, а таких шоков всегда, везде и во все времена было достаточно, и у нас тоже много. Вам за это особое спасибо. Владимир Путин отметил, что добровольческое движение не заканчивается вместе с годом волонтера 2018. Это движение будет продолжаться, и по заверению президента будет продолжаться государственная поддержка волонтеров. Также Владимир Путин сообщил, что на ближайшем заседании Государственного совета пройдет обсуждение особых мер поддержки волонтерского движения в России. Спасибо.